Всем привет! С вами Прием. И перед нами таблица по снижению эквипа в версии Warcraft 8.0. В новом дополнении битва за Азерот, где нас ждет противостояние Орды и Альянса. Собственно, этот эквип будет реализован уже в припатче, скорее всего, который будет примерно через год. И что же мы можем увидеть? То, что абсолютно все снижение эквипа идет ровно на 665. Судя по новым числам, мы с квестов будем получать 195 шмот, а демонстрационные персонажи, которые, допустим, будут создаваться сразу 110 левела по предзаказу, или те, которыми люди играли на Близконе, они имели 185 эквип и имели 16 тысяч хп при наличии своей выносливости. Также игроки с демо-версией этого шмота, 185 эквипа, именно чернокнижники, наносили стрелой хаоса, а это весьма мощный таргет-скилл. Они наносили 6300 урона. Весьма интересно, на самом деле. Окей, теперь проведем некоторую аналогию и сравним кое-что. Вот с героических подземелий в Легионе мы лутаем 865-й эквип. Это получается чуточку выше, чем за те квесты поначалу, которые мы будем шмот получать на островах Култирасе для Альянса, остров Зандаларов для Орды. Но если же мы посмотрим героические версии подземелий Дренора, то там мы получали 630-й эквип, а с первых квестов на сотом уровне в Легионе мы лутали 650-й эквип, то есть это чуточку выше. А в битве за Азерот мы будем получать чуточку меньше эквипом шмотки, чем с героических подземелий. Такое себе, конечно, сравнение, но просто задумайтесь об этом. То, что те игроки, которые одеты в шмот с хотя бы мифической тамбы, то есть с мифической гробницы Саргераса, они не будут менять свой шмот до, скорее всего, 114-115 уровня. Может, там если какие-то проки, по типу за место зеленки у вас прокнет синька или эпическая шмотка, только тогда вы, наверное, ее замените. Ну, а те люди, которые будут одеты в вещи с мифического Анторуса, это 970-й эквип, но, по-моему, с первых боссов там падает поменьше. Да, с первых боссов падает 960, с первых боссов 960... Потом 960, еще 960, еще 960, и только с самого Аргуса падает 970. Ну, с самого последнего босса падает 970 эквип в текущий момент. То, скорее всего, эти люди проходят со своим шмотом 970, то есть измененным 305, до, скорее всего, 116-117 левела, и только тогда начнут менять все это дело. Информация взята с вовхеда. Ссылочку оставлю вам в описании. Табличку эту можете поизучать. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Берегите ноги, ставьте лейку, делайте подписос. До скорого!